Щелкните мышью на кнопке «Основные операторы» в панели мастеров. Двойным щелчком мыши выберите оператор надписи. На запрос SAPR введите 1 или 0, рисовать или нет линию, вдоль которой пишется первая надпись. Введите число 1. Это означает, что линия, вдоль которой пишется первая надпись, будет нарисована. Щелкните клавишей Enter на клавиатуре. На запрос SAPR укажите начало линии первой надписи, щелкните левой кнопкой мыши возле крайней левой точки детали заднее полотнище на уровне бедер. На запрос SAPR укажите конец линии первой надписи, щелкните левой кнопкой мыши возле крайней правой точки детали заднее полотнище на уровне бедер. На запрос SAPR введите текст первой надписи, введите строку «Линия бедер». Щелкните клавиши Enter на клавиатуре. На запрос SAPR введите 1 или 0, рисовать или нет линию, вдоль которой со следующая надпись. Введите число 0. Щелкните клавиши Enter на клавиатуре. На запрос SAPR укажите начало линии следующей надписи. Щелкните левой кнопкой мыши возле точки правого края талиевой выточки, детали заднее полотнище. На запрос SAPR укажите конец линии следующей надписи. Снова щелкните левой кнопкой мыши возле крайней правой точки детали заднее полотнище на уровне бедер. На запрос SAPR введите текст следующей надписи, введите строку «Линия кармана». Щелкните клавиши Enter на клавиатуре. На очередной запрос SAPR щелкните клавиши Enter на клавиатуре. В результате на детали заднее полотнище появятся две надписи. А в окне алгоритма появится соответствующий оператор. Обратите внимание, что на то, что линия, вдоль которой пишется первая надпись, рисуется, а линия, вдоль которой пишется вторая надпись, не рисуется. Такое поведение определяется параметрами 1 или 0. Перестройте модель и вызовите на экран окно просмотра модели. Обратите внимание, как теперь выглядит деталь заднее полотнище. Закройте окно модели. Щелкните мышью на кнопке «Шаг назад» в панели инструментов. Удалите последнюю строку с оператором надписи из текста алгоритма.